Итак, а Малькова озера, среди лесных, Кола Захиста озера. Стальной еж, видя щетинившийся копьями, покажет, что сходятся. Рыбы едем с короткими полуручами по всех сторон. Ох, там сеча пошла! Вот это да! Вось бирка на фотке! Наконец-то у зрителей, которые находятся на дальнем краю листалища, тоже зрелище разворачивается прямо перед глазами. Они где-то в дальнем углу. Да! Это снова победа! Пирога! Третья пирога запад! Римский копейщик Гастат первым поднимает свое копье и оскаривает зубы. Глухая оборона тоже не помогла. Не помогла глухая оборона. Может быть, надо попробовать слепую оборону и надеть шлемы задом наперед. Глухонемая оборона я еще придумал. Это когда ты спрятался за щитом, упер копье в землю покрепче и при этом молчишь. И не издаешь боевых кличей. Глухонемая оборона. А здесь на трибунах, между прочим, прохаживается легат римского 5-го македонского легиона и потирает руки и говорит: так-так, их сынки, давайте, все как папа учил. Итак, шановные глядачи, зараз будет четвертая сшибка, але за яе мы даем одразу 3 балла. Нет, 4 балла, то бог. Оборончая партия имеет 3 перемоги. Атакующая синяя партия с Каурусом мает 0 перемог. Тому, коли атакующая зараз